Мы привыкли к играм про танки и самолеты, а как насчет космических кораблей? В Star Conflict тебя ждут беспощадные штурмовики, невидимки, гигантские дредноуты и множество других звездолетов. Сражайся с вражеской командой, исследуй тайны космоса в открытом мире или вступай в клан и вместе с ним завоевывай галактику. Ссылку на игру под видео, регистрируйся и ты получишь подарок, который ускорит твою прокачку. Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, the bird, bird, bird. The bird is a winner. Well, the bird, bird, bird. Well, the bird is a winner. Well, эй, малыш! Что? Рыба есть для тебя? Нет, нету рыбы! Martin Luther King Jr. But what about Adolf Hitler? Kiss me out of the bearded barley. Бронетранспортер, прожиратор, радиорепродуктор, оберквартирмейстер, перископ, интерьер, экстерьер, атомный реактор, кораблекрушение. Fucking, fuck, who the fuck, fuck this fucking, how did you do fuck? Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Watch out for pterodactyls on this map, Dion. They can take you off the bridge. I'll save you! Ебать, я урод! Вот это красивый кадр, блядь! Давай по новой, Миша, все хуйня. Stay. Good boy. Stay. Good boy. Нет, она не со мной. Это просто Моника. Воровать деньги только лишь ленивый говорил о бюджете, а мы подняли. Мы календарь мая. И нет, мы не будем спички, консервы. Давай, лама, свет не будет, фотоны, фонарь включил. Кто? Никого. Эй, толстый. Эй, толстый. Проститутки. Тайных складов миллионных. Я люблю мужчин, которые пьют коньяк. Это взрослые, умные, состоявшиеся мужчины. Ага. Knock-knock. Who's there? Surprise. Surprise who? Surprise, mother... Whoa. Spider-Man does whatever a spider can, spins a web any size. В случае необходимости подадите сигнал, какой бы.
Я хорошо умею котом. Котом? Да. Ну-ка. Staring into the dark abyss. Wishing you were someone else. Хочу порекомендовать вам канал, который изменит ваш взгляд на автомобили. Привет, тачка. Не жалея ни себя, ни машины, авторы в реальных условиях проверяют дорогие автомобили на прочность. Они делают это непринужденно и с юмором. Создается впечатление, как будто ты сам сидишь за рулем. Так что рекомендую вам подписаться на их канал и узнать об автомобилях то, о чем вы даже не подозревали. Ссылка в описании. Я хочу, чтобы вы постарались запомнить одну из карт, составляющих колоду. Не самую первую, а одну изнутри. Еще разок. Чуть медленнее. Я знаю, что это другая карта. Oh my god, Sylvia! Oh my god! Oh my god! Oh my god, Sylvia! Oh my god! Если шелохнется, нажми на курок. Ты стрелял из пистолета? Паф!